Всем привет, это игра Demon Slayer на платформе RBK Games. Сегодня я схожу на боевую зону, но вначале мы с Бусинкой расскажем про это мероприятие. Коля, расскажи, что такое боевая зона. Это межсерверное PvP сражение. Из какого уровня доступно это мероприятие? Боевая зона доступна с 30 уровня. Как можно принять участие в боевой зоне? Боевая зона проходит ежедневно, начиная с 13.00 до 23.00 включительно. А как формируются команды? В боевой зоне 5 уровневых групп. С 30 по 39 уровень, с 40 по 49, с 50 по 59, с 60 по 69, с 70 по 79. Игрок попадает в боевую зону, которая соответствует уровню его персонажа. Далее, случайным образом, игроки с разных серверов распределяются на две команды. Что можно получить в награду за участие в боевой зоне? За участие в боевой зоне можно получить славу, но не более чем 6000 в день, знак отличия, осколок кованого сундука и опыт. Ну что, вот мы зашли в боевую зону. За убийство соперников мы получаем славу, за перевозку кристаллов получаем осколок кованого сундука. По окончанию боевой зоны мы получаем знаки отличия и опыт. Чем больше очков мы наберем, тем больше знаков отличия получим. Также славу можно в незначительных количествах получить за убийство монстров. За убийство монстров, сборщиков ресурсов или после того, как нас убивают, мы получаем дриады. Дриады усиливают нашего персонажа. То есть, чем больше раз нас убьют, тем сильнее становится наш персонаж. Давайте попробуем кого-то убить.